Продолжать перечень тех обращений, которые есть здесь вот сегодня в нашей почте, но я хочу возвратиться уже к давно назревшему и даже перезревшему делу. Вот передо мной находится обращение Гранева Дмитрия из города Нижнего Новгорода. Он пишет: «Уважаемый Николай Федорович, к вам обращается Гранев Дмитрий по вопросу незаконного осуждения судом Нижегородской области за якобы дачу взятки и так далее». Уважаемый Николай Федорович, к вам обращается предприниматель Гранев Дмитрий Владимирович и просит разобраться с ситуацией с моим незаконным осуждением. В конце 2010 года мной был приобретен пакет акций Чугуновского спиртзавода. Через непродолжительное время, где-то через 2 месяца, начали поступать предложения о том, что пакет акций за номинал был отдан силовикам Нижегородской области. Поступали угрозы, предложения. Было принято решение остановить завод и выставить его на продажу. Вот, в течение отрезка времени где-то 5 месяцев, начала 2011 года, постоянно продолжался прессинг. Вот, в отношении бизнеса, личные угрозы, встречи. Вот, и в мае 2011 года была спровоцирована ситуация, на которую меня пригласили на встречу силовики, где я был задержан якобы за попытку дачи взятки. Денег не передавалось, что доказывает тот факт, что не предоставили видео. Потому что на видео было бы видно, отдавались мои деньги или не отдавались, и предлагались они что или нет. Вот. После того, как меня задержали 31 мая, меня поместили в СИЗО, где из 2,5 месяца 2 месяца продержали в одиночной камере. И потом адвокаты, когда начали разбираться в этом деле, было понятно, что ситуация предвзятая. Меня в течение 2 месяцев не вызывали ни на допросы, никуда. Просто я сидел, и ко мне приходили как бы сотрудники, предлагая определенные нелегантные вещи, там, как подбросить деньги депутату Государственной Думы, вот, якобы за покупку мандата. Когда дело было передано в суд, судья, увидев материалы дела, увидев экспертизу, которую сделали адвокаты, так как экспертизу следователь отказался делать по распечатке, судья меня отпустила из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. После этого судью уволили практически через 20 дней. Судью поменяли. И мое дело рассматривал судья Рябов. Профессиональный судья, но почему-то он не стал назначать предварительные слушания, которые позволяли мне попросить суд присяжных. Вот. Наверное, просто было кому-то не очень выгодно, чтобы был суд присяжных, потому что могли разобраться в этом деле и вынести оправдательный приговор, так как я не виновен в этой ситуации. В этом здании Нижегородского областного суда 5 октября 2012 года было вынесено заведомо незаконное решение суда, что подтверждают мои адвокаты. Я с этим приговором категорически не согласен. Мы с моим коллегой адвокаты в течение всего расследования и рассмотрения уголовного дела в отношении Гранева, мы вместе осуществляли его защиту. Проблема основная в том, что судом первой инстанции было нарушено право на защиту Гранева, предусмотренное уголовно-процессуальным законом. А именно то, что ему не было предоставлено право рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей. Мы об этом указывали в своих жалобах неоднократно. Однако, несмотря на это, ни Верховный суд, ни надзорная инстанция в данной части нас не поддержала и нашу жалобу не удовлетворила.
Хотя мы просили вернуть дело на новое судебное рассмотрение, чтобы предоставить право и возможность нашему подзащитному на рассмотрение дела судом присяжных заседателей. И здесь надо понимать, что УПК-то четко устанавливает обязанность суда в этой части. То есть именно на суд возлагается обязанность разъяснения подсудимому его прав. И, соответственно, суд и обязан был это сделать. Ведь, по сути, лишив Гранева такой возможности, его лишили последней возможности донести то, что он хотел бы донести до суда. И получилось, что он оказался в тупике, и других возможностей уже доказать свою правоту, ну, кроме, соответственно, обращения европейских правам человека, у него уже не имеется. Я родился в городе Горьком, вырос в рабочем районе, в этой школе я учился. После окончания школы пошел работать на завод слесарем «Красноэтный», который находится здесь же поблизости. После был призван в армию, в воздушно-десантные войска. Отслужил в советской армии в Фергане, 345-й полк и 357-й воздушно-десантный полк. После окончания службы закончил университет. После окончания учебы я создал свое предприятие, которое процветало, успешно работало, создавал рабочие места, платил налоги. Все было хорошо до тех пор, пока этим бизнесом не заинтересовались силовые структуры. Все мои проблемы начались после того, как я вступил в коммунистическую партию по своим убеждениям. Я вступил в 2009 году, в октябре месяце, и в ноябре 2009 года на одном из моих предприятий отзывают лицензию, которую через год вернули по решению суда как незаконно отозванную. И в дальнейшем эти проблемы продолжались уже в отношении других моих компаний. Были многочисленные проверки и постоянный прессинг со стороны силовиков и проверяющих органов, которые до сих пор не прекратились, и закончилось все это моим незаконным осуждением. В конце 2010 года сложилась сложная ситуация с зерном, поскольку год был неурожайный, и в начале 2011 года предприятие вынуждено было остановить свою деятельность, и у предприятия в начале 2011 года заканчивалась лицензия на основной вид деятельности. На предприятии работало порядка 100 человек. И предприятие как бы являлось одним из образующих предприятий инфраструктуры поселка Южный Воротынского района. Вся коммуникация, вся электроснабжение, все обеспечивало предприятие ОАО «Спиртзавод Чугуновский». Для того, чтобы предприятие дальнейшее могло работать, нужно было получать новую лицензию, а для этого нужно, необходимо было вкладывать дополнительные средства, а именно для доделки цеха по переработке барды. Это значительные такие вложения, и инвестиции предполагалось получать от основного акционера общества. Но в связи с тем, что у акционера возникли свои трудности, мы не смогли податься на лицензирование, и за отгруженный спирт у нас сразу возникли задолженности по налогам за акцизы. И нужно было, поскольку предприятие не работало, нужно было людей сокращать и обеспечить им все выплаты. Когда я находился под домашним арестом, у предприятия возникли большие долги, задолженности по акцизам, по налогу на имущество. И для того, чтобы спасти предприятие от банкротства, где инициатором выступало государство в виде налоговой инспекции, мне пришлось продавать личное имущество, продать квартиру, чтобы выплатить зарплату, закрыть долги. И для того, чтобы в дальнейшем предприятие могло существовать и работать, и сохранились рабочие места в Воротынском районе, который является градообразующим в Воротынском районе Нижегородской области. Далее из-за задолженности налоговой инспекции обратилась в арбитражный суд Нижегородской области о признании должника банкротом. Порядка 2 лет вот эта процедура шла, принимались различные меры для того, чтобы предприятие поднять, именно там и процедура оздоровления предлагалась, но всячески это оспаривалось, а далее было кредиторами утверждено мировое соглашение, а поскольку кредиторов у завода было больше, чем голосов, чем у налоговой инспекции, налоговая инспекция
вынуждено было принять. И решением суда это мировое соглашение было утверждено. Во время моего нахождения под следствием следователем Латиным и Следственным комитетом Нижегородской области был наложен незаконный арест на мою квартиру. Незаконность потом признал Нижегородский суд, и арест был снят. Но это было, видимо, для оказания какого-то психологического давления, для того, чтобы я был более разговорчивым и, наверное, согласился признать вину. Интересный факт, что квартиру Следственный комитет оценил в 10% от стоимости реальной. Сотрудники ФСБ опустились до того, что стали ходить в школу и требовать, чтобы детей отчислили из школы. И только благодаря депутату Рябову Николаю Федоровичу детей сумели оставить в школе по его депутатским запросам в прокуратуру, в Министерство образования Нижегородской области детей оставили, и они как бы продолжают учиться в школе. Вот. В военном задержании также происходили вещи довольно-таки странные и непонятные. Меня задержали в ресторане «Ностальгия» 1:30 дня. В 5 часов меня привезли в Следственный комитет и до 11 вечера практически держали там и уговаривали отдать пакет акций и требовали взятку в 20 миллионов рублей. После того, как арестовали моего мужа, примерно через 2 недели мне позвонил сотрудник ФСБ и пригласил меня на встречу, сказал, что это в интересах моего мужа. Ну, я приехала. При встрече мне было сказано, что я должна переоформить этот бизнес на себя, а потом половину отдать им. И его тогда освободят из СИЗО. Про эту встречу я рассказала адвокатам. Вот, это сотрудники ФСБ Нижегородского. Все это было указано в заявлении мной в службу собственной безопасности, но реакции никакой не последовало. Посчитали, что нарушений в действиях сотрудников ФСБ нет. Вот, указаны все фамилии, кто присутствовал. Вот, в дальнейшем как бы о том, что это провокация и ситуация сфальсифицирована, доказывала экспертиза, которую провел институт имени Кутафина. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Гранева были получены ряд аудио-видеозаписей. И у защиты возникли сомнения в том, что эти записи действительно полно, точно отражают действительно происходившую ситуацию, что в них ничего не было убавлено, добавлено или изменено. Тем более, что сам Гранев утверждал, что, несмотря на то, что такие разговоры и встречи с данным сотрудником были, но ход и содержание беседы на этих фонограммах и видеозаписях отражен неверно. Часть информации была удалена, а часть информации была в другом порядке представлена. Кроме того, Гранев утверждал, что его подстрекали, склоняли. Вообще вот он расценивал это как провокационные действия в отношении себя. И ему не было другого выхода, вот как отреагировать именно таким образом, как это зафиксировано вот словами на фонограммах. Потому что он был в такую ситуацию поставлен и не мог действовать как-то иначе. Вот такое исследование было нами проведено. Интересно, что в данном случае была и аудиозапись, и видеозапись. И на той, и на другой записи имелись следы применения редакторов, которые однозначно говорили о том, что эти записи неаутентичны. Так, известный в быту и у многих пользователей интернета редактор SoundForge использовался для создания аудиозаписи, а тоже такой же аналогичный редактор видео изображения используется для создания видеозаписи. Мы это все отразили в своих заключениях. Мы указали, что там есть признаки, которые однозначно говорят о том, что это не оригиналы, что это было при копировании, выборочное копирование, информация была не полностью представлена, фрагментарно. И, соответственно, обязательно указали вот на то, что есть следы применения звуковых редакторов, что по методикам, которые используются и в государственных, и негосударственных экспертных учреждениях, относится к признакам несистемных изменений. Кроме того, анализ содержательного текстового диалога, который был записан на этих фонограммах, тоже показал, что там были такие высказывания, которые, конечно, могли быть восприняты очень неоднозначно. Ну вот, например, я могу даже несколько таких интересных, на мой взгляд, фраз в качестве примера просто привести. Например, вот вы свои предложения выдвинете,
А вот вы что предлагаете? Ну, вы же должны идти до конца. Вы же не можете остановиться. То есть вот такие какие-то высказывания, которые, конечно, прямо не являются подталкиванием к совершению каких-то противоправных действий, но если они являются остатком от каких-то фраз, которые были удалены, если восстановить весь полный как бы разговор, конечно, они могли свидетельствовать о том, что доля правды в тех как бы высказываниях, которые в позиции защиты были представлены, конечно, есть. И, соответственно, вот необходимо было это все донести до суда. В период до назначения судебного заседания в районном суде нами было получено заключение специалиста, который четко указал в своем заключении, что в данном аудио-видеозаписи имеются следы монтажа. Данное заключение было приобщено у нас материалами уголовного дела, суд принял его, приобщил и по нашему ходатайству назначил фоноскопическую экспертизу, которая поступила сначала в районный суд, однако в последующем в связи с изменением подсудности данное дело было передано в областной суд. В ходе рассмотрения в областном суде данное заключение было озвучено. В данном заключении три эксперта указывают, что есть признаки монтажа, ситуационных изменений, но отсутствуют признаки монтажа. Что такое ситуационные изменения, нам пояснил потом уже допрошенный в качестве эксперта Звездин в ходе судебного заседания. То есть отсутствовало, он, по его мнению, отсутствовало начало и отсутствовал конец. Но парадокс в том, что данные показания Звездина, они вступали в противоречие с показаниями свидетелей обвинения. Это, в частности, официантки, которая работала в кафе, где происходила встреча между сотрудником ФСБ и нашим подзащитным, которая пояснила в ходе судебного заседания, что данная встреча длилась не менее 30 минут. Однако запись, предоставленная, была только 15 минут. То есть куда делись 15-минутный разговор, но это не может быть ни началом, ни концом. То есть 15 минут какого-то разговора, который предшествовал дальнейшим действиям, он был. Куда он исчез, неизвестно. Также сам основной свидетель обвинения, это сотрудник ФСБ, тоже пояснял в ходе судебного заседания, что часть разговоров с официанткой были изъяты из данной аудио-видеозаписи. Но возникает тогда парадокс, и мы обращали на это внимание в своей жалобе, что два свидетеля обвинения поясняют, что отсутствует часть записей. Сам эксперт поясняет, что только отсутствует начало и конец. Свидетель, какое обвинение, это сотрудник ФСБ, поясняет, что записи разговоров в части, касаемых с официанткой, тоже изъяты, но они изъяты и в середине. Но это даже не самое как бы смешное в данном деле. Мы, изучив данное экспертное заключение, запросили, удивились, что эксперт пользовался только одной монографией, и обратились в Минюст с разъяснением, какие существуют методики. Нам пришло, существуют ли они вообще? Вообще, да, и существуют ли вообще. Нам поступил ответ из Минюста, который был приобщен в ходе судебного заседания, что существуют 4 методики, которыми наш эксперт Звездин Нижегородский ими не воспользовался. Другой парадокс. Мы проверили всех на специализацию, всех трех экспертов. Нам ответил Минюст, что один из экспертов, это эксперт Новаторова, вообще не аттестован для данный вид экспертиз. Мы это обращали внимание и просили суд исключить данное заключение экспертов как недопустимые доказательства. Нам было отказано. Наоборот, наша экспертиза была исключена. Причем по мотивам было указано, наряду с различными там манипуляциями, было отказано в связи с тем, что защитник не вправе, адвокат не вправе получать данные виды экспертизы. Я присутствовала в судебном заседании, меня суд выслушал в качестве специалиста, выслушал мои доводы очень внимательно. Однако он к ним не прислушался, посчитал, что в данном случае та фонограмма, которая была представлена в виде фрагментарной копии, полученной неизвестно с какого источника, ну, может быть положена в основу приговора. Мы на это обращали внимание и указывали в конституционной инстанции и в надзорной своей жалобе. Нам пояснили, что, в принципе, вы, ребята, не правы,
все правильно суд поступил. В связи с этим мы вынуждены были обратиться с жалобой в Конституционный суд. С жалобой на что? А именно на то, что суд указал, исключает данные доказательства, исключил, что мы не вправе получать данные заключения. На наше обращение суд вынес определение конституционное и указал, что мы вправе данные заключения получать. Оно должно быть наряду с другими доказательствами, должно быть оценено судом как доказательство, и уже суд должен в последующем уже решать о его судьбе. Мы обратились с данным вновь и нарушение указали в своей жалобе, нарушение права на защиту и нарушение, допущенное в ходе рассмотрения дела, касаемое заключения специалиста, обратились уже председателю Верховного суда. Нам за подписью заместителя председателя суда было отвечено, что оснований для пересмотра данных судебных решений не имеется. То есть в настоящее время сложился такой парадокс, что складывается парадокс, что Конституционный суд говорит о том, что защитник вправе получить заключение специалистов. Суд обязан его приобщить, обязан дать ему оценку. Однако в настоящее время, судя по практике, с которой сложилась и уже подтверждена Верховным судом, суд вправе теперь делать что угодно. То есть, да, он будет приобщать, однако оценку ему не давать. То есть указывать такие как бы, мотивы о том, что мы не вправе получать данный вид экспертиз. Я хотел бы обратить внимание еще на такой момент, что уже в последний раз, когда мы обращались к председателю Верховного суда для пересмотра этого данного судебного решения, наш подзащитный перед тем, как обратиться, прошел полиграф. Специалист дал заключение, что он говорит правду. Мы прикладывали данное заключение к нашей жалобе, которая направлялась в Верховный суд. Ну, результат я уже сказал, что у нас основания пересмотра нет. Все документы, которые мне приходилось изучать лично, предоставленные им и его адвокатами, я просто уверен, что дело состряпанное, осужден он незаконно, потому что все экспертизы, которые они проводили со своими адвокатами, независимые экспертизы, подтверждают, что те переговоры, которые на аудиозаписи предоставлялись в суде, смонтированы, и, соответственно, суд, обосновывая свое решение, ссылался только на эту практически, фактически аудиозапись. Плюс ко всему, никаких денег он никому не вручал, нигде ничего не было зафиксировано, скажем, на видеозапись о том, что он вручал. А то, что при нем оказались деньги, побойтесь Бога, я хожу каждый день с деньгами. И если меня остановить, проверить мои, так скажем, карманы, можно сказать, что я к кому-то шел и планировал дать взятку. Поэтому вот это абсурдное решение суда, над которым сегодня адвокаты борются и в областном суде, и в Верховном суде, и везде идут фактически без изучения материалов дела, просто философские, я бы сказал так корректно, отписки, это означает о том, что наша правовая система просто сгнила в России. Найти законность невозможно. И это подтверждают, кстати, десятки обращений наших граждан. Адвокаты представили большое количество доказательств о невиновности моей в суде, но они не были приняты. Их оставили просто без рассмотрения. Не приняли экспертизу о том, что все смонтировано. Не приняли показания свидетелей, которые присутствовали, когда вымогал деньги один из сотрудников ФСБ. Они находились рядом там, где-то в 6 метрах, когда была на заводе проверка, и где он задавал вопросы определенно о том, что нужно сотрудничать, что все с ними сотрудничают, а вот ты не сотрудничаешь, и поэтому у тебя такие проблемы. Вот. И тоже эти доводы не были приняты, также еще ряд показаний, все это оставили без рассмотрения. Решили суда присяжных и не приняли экспертизу, которая говорит о том, что все смонтировано, все показания смонтированы. На основании сфальсифицированного дела меня осудили к штрафу 84 миллиона. Прокурор просил 7,5 лет строгого режима и 92 миллиона штрафа. Суд вынес решение 84 миллиона штрафа. На данный момент я являюсь незаконно осужденным только благодаря тому, что
кому-то из силовиков я отказался отдать бизнес. Мое осуждение, это в первую очередь показное, чтобы другим как бы предпринимателям в Нижегородской области было неповадно сопротивляться рейдерским захватам со стороны силовиков. Вот. Потому что уже ряд предпринимателей как бы выкладывают записи на YouTube, где можно посмотреть и где про эту банду довольно-таки много видно. И все. Как передаются деньги, проводятся внутренние проверки, люди не проходят полиграф, но тем не менее остаются работать в связи с тем, что просто высокопоставленные родители. Также существует запись с сотрудником ФСБ, который приходил после моего осуждения, где еще раз подтверждал о том, что дело сфабриковано, заказное, кто его давал команду сфальсифицировать все доказательства и кто интересант. Все это есть. Было написано заявление Управления собственной безопасности ФСБ, но они оставили его без рассмотрения по той простой причине, что, ну, наверное, защищали честь мундира. Также на данный момент передано все это в военно-следственный комитет. Военно-следственный комитет также оставил это без рассмотрения. На записи, которые я сделал при встрече с сотрудником ФСБ, которая была уже после моего осуждения, отчетливо слышно, что 80% среднего и крупного бизнеса в Нижегородской области контролирует Нижегородское ФСБ, а 20% администрация. Это слова сотрудника. Я также обращался за помощью к депутату Государственной Думы Рябову Николаю Федоровичу, который, разобравшись в этой ситуации, писал запросы в Верховный суд, также обращался в прокуратуру, но везде был ответ о том, что осужден законно, и раз суд вынес такое решение, значит, все правильно. Видимо, в нашей стране обвинительных приговоров все-таки действительно больше, и честь мундира защищают в первую очередь независимо от того, совершают люди преступления, либо не совершают, которые носят эту форму. Вот возникает вопрос, почему именно на эту тему, с которой обратился Гаранев Дмитрий, приходится так тщательно работать? Потому что бизнес, который сегодня в стране у нас существует, он ежедневно ходит по острию ножа. Не дать взятку, значит, не решишь никаких проблем. Даешь взятку, значит, будешь сидеть. И вот в таких условиях работать в Российской Федерации практически невозможно. Поэтому умные, деловые, одаренные люди зачастую сейчас выезжают в больших количествах работать за рубеж, говорят, там лучше. Можно делать вывод, что, очевидно, действительно там более спокойно в правовом плане, можно действительно заниматься бизнесом. А у нас вместо того, чтобы помогать бизнесмену развивать свой бизнес, организовывать ему рабочие места, дополнительно, чтобы появлялись налоги и казна пополнялась как областная, так и федеральная, мы еще ищем тему, а, кстати, по Граневу Дмитрию там осуществлялся как раз рейдерский захват этого предприятия, которым он владел. В итоге сегодня действительно предприятие остановлено, производством продукции не занимается, потому что нет ни лицензии, нет ни хозяина, нет ни возможности заниматься выпуском этой продукции, вместо того, чтобы помочь этому человеку. Так жить нельзя. Также я обращался за помощью к омбудсмену, это Титову писали письма, у них
прошла экспертиза о том, что осуждение незаконно, приняли к рассмотрению в связи с тем, что было большое количество нарушений во время судебного процесса. Но потом они это прекратили по каким-то причинам и оставили дело без рассмотрения, предложив мне защищать свои интересы в суде. Все повторные как бы обращения также остались без ответа. На данный момент дело находится в Европейском суде по правам человека. Будем ждать ответа. Для того, чтобы доказать свою невиновность, я добровольно прошел полиграф, который указывает на то, что я говорю правду, и действительно отнимали бизнес, и взятку я никакую не передавал силовикам. Мне хочется верить, что все-таки в нашей судебной системе найдутся люди, которые смогут разобраться в сложившейся ситуации, и предпринимателям в будущем не будут бить по рукам, и что они смогут спокойно работать в этой стране и на благо нашей страны. По Граневу Дмитрию, я думаю, что и он лично, и адвокаты продолжат борьбу. Они подали в Европейский суд, и дай бог, чтобы в Европейском суде восторжествовала справедливость, чтобы человек был все-таки восстановлен в своих гражданских правах и просто была установлена законность, в конце концов. Так же нельзя. С точки зрения, вот как специалиста, да, я считаю, что суд должен был оценить не только вот представленные доказательства, и он их оценил в приговоре, но оценка, которая дана этим доказательствам, конечно, она не может свидетельствовать о том, что суд провел исследование полное всестороннее. На мой взгляд, решение суда в плане оценки доказательств, которые вот в этой части приговора, не является обоснованным. То, что такой приговор не может быть законным, с этим согласится, в общем-то, любой юрист, который занимается практикой вот именно по уголовным делам, поскольку это не то, что существенно, это вопиющее нарушение закона, и вот такие нарушения, они являются всегда безусловными основаниями для отмены приговора и направления дела на новое рассмотрение. По сути, иного пути и быть не может, поэтому мы считаем, что Верховный суд обязан был направить, тем более, что такое количество обращений поступило, уж кто-то из лиц, осуществляющих судебный контроль, в любом случае должен был осуществить, соответственно, истребовать дело и принять все меры к тому, чтобы оно было направлено на новое рассмотрение. Мы с моим коллегой считаем, что данное дело, конечно, должно быть пересмотрено с теми грубыми нарушениями уголовно-процессуального закона, которые были допущены при его рассмотрении. И мы, конечно, бы настаивали на его пересмотре, поскольку данные нарушения, которые были допущены, они фактически сломали судьбу человека. Я за то, чтобы виновные в подобных преступлениях несли более тяжкие наказания, но привлекались к ответственности невиновных. Это тоже тяжкое преступление всех лиц, участвующих в этом процессе. В этот ряд можно поставить и дело гражданина Гранева, который осужден за якобы дачу взятки. Как вы представляете себе дачу взятки, если деньги никому не вручались и никем не принимались, а были изъяты у гражданина Гранева в ходе задержания, не имея законных оснований на это? Причем в материалах следствия была зафиксирована сумма в 200 тысяч рублей, а в судебном решении фигурирует сумма уже в 1 миллион 200 тысяч рублей. Судья Нижегородского областного суда, которым было передано это уголовное дело на рассмотрение, нарушил все конституционные права, не дал возможность подсудимому Граневу не использовать свое право на рассмотрение дела судом присяжных. А далее последовали еще более злостные нарушения Уголовно-процессуального кодекса, о которых впору писать романы. Надо было засудить, вот и засудили. Возникает вопрос, наверное, у телезрителей, а можно ли все-таки помочь, в частности, вот Граневу Дмитрию в решении его сложной сегодня ситуации? Да, я считаю, что мы ему поможем, потому что я до сих пор поддерживаю связь с его адвокатами, с его, так скажем, экспертами, которые были привлечены. Мы сегодня работаем над всеми теми задачами, которые необходимо в ходе защиты прав и интересов этого гражданина решить. Я думаю, что мы все-таки найдем правду, восстановим законность. И это нам позволит твердо, уверенно говорить
на данном примере, что все-таки и в нашей стране можно восстанавливать закон, а это позволит нашим предпринимателям и в целом нашим гражданам вселить надежду, что правовое поле в России не совсем перечеркнуто, и это в какой-то степени будет воздействовать на принятие решений наших людей уезжать за границу или не уезжать от бесправия в России.